Посевы зерновых культур республики в опасности, отмечают специалисты регионального Россельхозцентра. Агрономы выехали в Марпасадский район и обнаружили в полях превышение допустимого порога заселения хлебной блошки. Чем опасно это насекомое и что делать аграриям, чтобы спасти урожай, расскажет Оксана Замятина. Это процесс не ловли бабочек, а фитосанитарное обследование зерновых посевов. Так специалисты республиканского Россельхозцентра определяют, насколько поля заселены хлебными блошками. Вредители опасны для нежных ростков зерновых культур, отмечают агрономы. Михаил Тагеев в этом году засеял 1500 гектаров земли. Часть пришлось пересевать из-за гибели озимых, рассказывает фермер. Только разобрались с одной проблемой, как возникла другая. На этом поле в 300 гектаров яровой пшеницы специалисты Россельхозцентра обнаружили опасных насекомых. Вредители обнаружились. Ну, если на днях будем обрабатывать гербицидами, все должно исправиться. Порядка 60 хлебных блошек на квадратный метр – это уже сверх нормы, отмечают агрономы. Подобная картина наблюдается в хозяйствах почти во всех районах Чувашии. Сухая жаркая погода вредителям только на руку. Ситуация лучше на тех полях, где для посева использовали обработанное зерно. К примеру, это поле в хозяйстве Сувар-2 засеяли протравленными семенами. Мы проверяем энтомологическим сачком. На 100 взмахов только всего лишь 16 штук выявили. Поэтому можно сказать, что поле в хорошем состоянии. Поля, где обработаны инсектицидами, там мало этих вредителей, а где только фунгицидами, также много блошек и тлей развиваются еще. Сейчас у хлебных блошек период спаривания. Если не разобраться с ними сейчас, то через пару недель вредителей станет в разы больше. Экономический порог для блошек на одном квадрате 30-40 штук. А если уже выше экономического порога, уже опасно, что они могут даже повредить все поле. В Россельхозцентре просят аграриев принять экстренные меры и как минимум провести обработки участков по краю, потому что именно там обычно скапливается больше всего вредителей. Оксана Замятина, Екатерина Фомина, Виктор Степанов, Вести, Чувашия.